Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала Кот Изобилия. Сегодня с вами я, Мехди, и сегодня мы с вами, дорогие друзья, поговорим о тех людях, которые любят жаловаться на жизнь. А пока что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить важного и интересного, и всегда быть с нами в изобилии и достатке. Итак, друзья, смотрите, вы заметили, наверное, с ваших окружений кто-то должен постоянно жаловаться на все, на жизнь, не везет, ничего не получается. Даже если он зарабатывает хорошо, все равно он жалуется. Мало, то, другое, третье. У них такой характер. И эти люди, они рождаются под определенными знаками зодиака. Давайте мы вместе с вами это разберем. Недовольны всем нитики найдут повод для слез в самом прекрасном дне. Их жизнь тяжелая, трагедия, где каждое событие – драматическая катастрофа. Как является любить, кем является любители жаловаться на судьбу по гороскопу? Мы сегодня выясняем с вами вот этот момент. И первый из них – это Водолей. Холоден, замкнут и недоверчив, разочарован в людях и заранее ждет удара в спину. Любит возмущаться по любому поводу. Жалуется на несправедливую судьбу. Недоволен обстановкой в стране, уровнем медицины, налогами и погодой за окном. Видит изъяны даже там, где их нету. Раздувает незначительные трудности до проблем космического масштаба. Сетует на несправедливость судьбы и с помощью обвинений пытается обратить на себя внимание. Рак. Не пытается намеренно давить на жалость и вызвать сострадание у окружающих. Не умеет контролировать эмоции и неосознанно выливает ушат проблем на собеседника. Если не найдет, кому рассказать о своих трудностях, замкнется в себе и погрузится в длительную депрессию. Жалобы для него – эффективный метод борьбы со стрессом. Освободившись от груза душевных терзаний, чувствует облегчение и ощущает прилив сил. Стрелец. Пример для подражания. Не пасует перед неприятностями и заряжает позитивом. Решает проблему с улыбкой и дышит полной грудью. Не контролирует себя и полностью отдается эмоциональный порыв. Если это чувство радости озаряет улыбкой весь мир, если им овладевают негативные эмоции, отравляет своим недовольством все вокруг, превращается в ядовитого жалобщика от токсичных действий, которого страдают невинные люди. Скорпион. Непримиримый упрямец. Мечтает, чтобы жизнь шла по заранее намеченному плану. Если реальность не совпадает с его представлением об идеальном мире, превращается в недовольного брюзгу. Выливает поток жалоб на окружающих и предъявляет им необоснованные претензии. Не собирается прятать эмоции и распространять негатив на многие километры вокруг. С вами, дорогие друзья, был я, Мехди, и канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы с вами увидимся уже в следующем видео.